Госконтракт на строительство детского сада в поселке Цветы Башкирии выиграла местная компания «Люксстрой». Она предложила возвести объект за 221 миллион рублей. Это была начальная максимальная цена контракта. «Люксстрой» входит в группу компаний «Архстройинвестиции», которая выступает застройщиком самого жилого квартала Цветы Башкирии. Заказчиком является управление капитального строительства администрации Уфы. Детсад будет рассчитан на 180 мест. Согласно проекту, это двухэтажное прямоугольное здание с 8 групповыми ячейками, пищеблоком, медицинским и административными кабинетами. Подрядчик должен не только построить и оснастить объект, но и обустроить территорию детсада вплоть до установки игровой площадки и беседок. Здание должно быть достроено до конца июня 2025 года. Финансирование осуществляется из городского бюджета.